Всем привет! Сегодня я научу вас делать такие же работы, как вы видели только что. Для начала скажу о том, что вы можете получить тот материал, который я использовал в видео, через достижение 10 лайков на видосе. Я выложу вам тогда пак в описании, где будет много вырезок из аниме и много песен. Для начала мы открываем папку с аудио и добавляем музыку. Она также есть в паке. После чего отделяем видеодорожку от аудио, затем прослушиваем песню, чтобы понять, где ставить марки. После того, как услышали песню, добавляем непосредственно видео. Видео также есть в паке, там пару анимешек. После чего закидываем видео на дорожку и расставляем на аудио маркер. Он ставится по нажатию на клавиатуре кнопки M английской. И также отключаем рассэмпл на видеодорожке. После чего подгоняем кадры по дропам, басам и так далее. После окончания работы смотрим синхронизацию видео и аудио. Поскольку мне не хватило кадров, то я буду пользоваться повторными. После чего добавляем эффект Add Shake. Анимировать его не нужно. Его настройки вы можете скопировать у меня. После чего вы можете добавить эффект S Flicker. Он добавляет небольшие вот такие вот мерцания. После чего для красоты переходов мы ищем эффект S Blur, и его нужно будет уже анимировать. Анимировать его будет очень легко, в принципе. Нам только вот здесь поставить на часики и отмотать пару кадров. Затем ставим плюсик и отматываем в ноль. Все, готово. Выходит довольно неплохо. Потом, если вы можете, то добавьте еще какие-нибудь прикольные эффекты. Их вы можете увидеть на экране. За счет правильной анимации этих эффектов вы сможете делать шедевры. А вообще лучший способ сделать красивый эдит — это накидывать какие-нибудь эффекты от S желательно. Либо от BCC можете попробовать эффект, но у них тоже есть неплохие. И просто их анимировать пытаться как-нибудь, либо наугад, либо еще как-нибудь. Скорее всего, у вас получится что-то хорошее. Есть такой шанс. И вот, собственно, как я доделал тот эдит. Вывод у всего этого только один, это делать много эффектов наугад на одном кадре. И также их анимировать. И все. Всем спасибо, кто досмотрел это до конца. Всем пока.